Глава 17. Начертание зверя и роль Соединенных Штатов в библейском пророчестве. 13. Глава книги Откровения. Начинается с описания зверя, выходящего из моря. Первое, что бросается в глаза, это композитная природа данного зверя. Он был подобен Барсу, ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Мы уже увидели, что этот зверь с телом подобным Барсу символизирует римское папство. Четыре зверя, части которых входят в состав этого зверя, это те самые четыре зверя, которые символизировали Вавилон, Мида, Персию, Грецию и Рим, и которых пророк Даниил видел в видении. Читайте седьмую главу книги пророка Даниила. На основании полученных данных мы узнаем, что папский Рим унаследовал от каждой языческой империи некоторые из их определяющих характеристик, которые мы по-прежнему наблюдаем в этой современной ложной системе религии Римско-католической церкви. От Вавилона папство унаследовало языческое священство – от мида Персии поклонение солнцу, от Греции человеческую философию, а от дракона языческого Рима его силу, престол и великую власть. Языческий Рим даже передал папству высокий священнический титул понтификс максимус, который носили Цезари, а также латинский язык, который до этого был языком языческого Рима. И даже в наши дни остается официальным языком Ватикана. Затем он точно и соответствующим образом изображен как зверь, выходящий из моря или из густонаселенных районов. Смотрите книгу Откровения 17 глава 15 стих, который имеет позаимствованные части или черты других зверей или царств. Смотрите книгу пророка Даниила 7 главу 23 стих. Поскольку этот зверь первым из двух появляется в этой главе, римское папство называют первым зверем из книги Откровения, 13 главы. Однако пророк говорит, «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим». Книга Откровения, 13 глава, 11 стих. «И вид этого зверя, и само его появление указывают на то, что этим символом изображен совсем другой народ, отличный от прежних. Великие царства, господствующие над миром, были показаны пророку Даниилу в виде хищных зверей, которые боролись, как четыре ветра небесных, на Великом море. Книга пророка Даниила, 7 глава, 2 стих. В 17 главе книги Откровение ангел объяснил, что воды изображают людей и народы, и племена, и языки. Книга Откровения, 17 глава, 15 стих. А ветры являются символом вражды. Четыре ветра небесных, борющиеся на Великом море, олицетворяют завоевательные войны и революции, с помощью которых царства захватывают власть. Но зверь с рогами, подобными агнчим, выходит из земли. Народ, изображенный таким символом, утверждает себя не за счет свержения другой власти. Он располагается на еще не занятой никем территории и развивается мирно и постепенно. Следовательно, этот народ не мог появиться среди густонаселенных, враждующих между собой государств Старого Света, среди беспокойного моря народов, людей, племен и языков, его следует искать в западном полушарии какая нация начала укрепляться и возвышаться в новом свете в 1798 году, обещая стать великой державой и привлекая к себе внимание мира. Толкование этого символа не вызывает никаких сомнений. Один единственный народ соответствует данному пророчеству. Оно безошибочно указывает на Соединенные Штаты. Нередко эта мысль а иногда даже и буквальные слова пророка бессознательно использовались историками и ораторами при описании развития этой нации. Зверь был виден выходящим из земли. И по мнению лингвистов, греческое слово, которое здесь переведено причастием выходящий, буквально означает следующее ⁇ расти или прорастать подобно растению. Как мы уже видели, становление этой нации должно происходить на незанятой до того времени территории. Известный литератор, описывая развитие Соединенных Штатов, говорит о тайне появления из пустоты и добавляет, подобно семени, безмолвно мы проросли и превратились в империю. Европейский журнал в 1850 году назвал Соединенные Штаты дивной империей которая внезапно возникла и среди молчания земли ежедневно набирает силу и гордость. Он имел два рога, подобные агнчим. Рога, подобные агнчим, указывали на молодость, невинность и мягкость что в полной мере соответствует характеру Соединенных Штатов, которые были показаны пророку, выходящими на мировую арену в 1798 году среди христиан-изгнанников, которые первыми бежали в Америку, спасаясь от королевских притеснителей и религиозной нетерпимости. Было много людей, которые твердо решили строить государство на фундаментальной основе гражданской и религиозной свободы. Их взгляды нашли свое отражение в Декларации независимости которая выдвинула великую истину о том, что все люди сотворены равными и наделены неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Принятая Конституция гарантировала народу право на самоуправление, заключавшееся в том, что его представители, избранные голосованием, принимают законы и отправляют правосудие. Предоставлялась также свобода. Каждому человеку разрешено было поклоняться Богу в соответствии с убеждениями своей совести. Республиканские принципы и протестантизм, два рога, подобные Агнчим, стали основополагающими принципами этого государства. В этом заключается секрет его мощи и процветания. Во всех частях света притесняемые христиане обращали свои взоры к этой земле с интересом и надеждой. Миллионы устремились к ее берегам. Но зверь с рогами говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Книга Откровения, 13 глава, с 11 по 14 стихи. Рога, подобные агнчим, и голос дракона символически указывают на резкое противоречие между провозглашенными принципами и фактическими действиями этого государства. Его голос есть не что иное, как действие его законодательных и судебных органов. И эти действия противоречат принципам свободы и мира, положенным в основании его политики. Пророчество, утверждающее, что оно заговорит как дракон и начнет действовать со всей властью первого зверя, и ясно предсказывает развитие духа нетерпимости и преследования, которые были присущи государством, изображенным в виде дракона и зверя, подобного Барсу. А фраза о том, что зверь с двумя рогами заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, указывает на союз этого государства с папством и на то, что этот народ употребит свою власть, чтобы навязывать своим гражданам папские обычаи и установления. Такие действия противоречат принципам этого государства, его свободолюбивым законам, недвусмысленным и торжественным положением Декларации независимости и Конституции – основатели американского государства благоразумно позаботились о том, чтобы лишить церковь светской власти, поскольку это могло привести к таким неизбежным последствиям, как нетерпимость и преследование. Конституция предусматривает, что Конгресс не имеет права принимать какие-либо законы, касающиеся навязывания религии или запрещающие ее свободное исповедание и что религиозная принадлежность в США никогда не должна учитываться при приеме человека на ответственную общественную должность. Принуждение к любому виду религиозного поклонения со стороны гражданской власти является вопиющим нарушением этих принципов, охраняющих свободу личности. Но непоследовательность такого шага как раз и представлена в символе, олицетворяющем эту власть ведь зверь с огненными рогами, которые указывают на его кажущуюся чистоту, невинность и безобидность, тем не менее говорит как дракон, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя. Эти слова указывают на такую форму правления, при которой законодательная власть находится в руках народа, и это самое поразительное свидетельство того, что Соединенные Штаты и есть то государство, о котором говорится в пророчестве. Но что такое образ зверя? И как он будет сформирован? Образ этот изготавливается двурогим зверем, который копирует первого зверя. Для того, чтобы понять суть этого образа и как он формируется, мы должны хорошо знать особенности самого зверя, то есть папства когда ранняя церковь утратила чистоту и простоту Евангелия, приняв языческие обряды и обычаи, она лишилась духа и силы Божьей и, стремясь к господству, над совестью людей стала искать поддержки у светской власти. В результате сформировалось папство. Церковь, которая контролировала государственную власть и использовала ее в собственных интересах, в особенности для расправы с еретиками. Для того, чтобы Соединенные Штаты создали образ зверя, церковная иерархия должна до такой степени контролировать гражданское правительство, чтобы использовать его полномочия для достижения своих целей. Во все времена церковь, обретая светскую власть, использует ее для наказания тех, кто не приемлет ее учений. Протестантские церкви, которые последовали примеру Рима, заключили союз с мирскими властями стремясь ограничить свободу совести. Мы это видим на примере англиканской церкви, которая продолжительное время преследовала инакомыслящих. В течение XVI и XVII веков тысячи церковных служителей, не разделявших государственное вероучение, вынуждены были оставить свои церкви, а многие пасторы и рядовые члены подверглись штрафам, тюремному заключению – пыткам и мученической смерти. Отступничество церкви заставило ее искать поддержки у государственной власти. Таким образом, были созданы условия для появления папства, зверя. Павел говорит, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Второе послание фессалоникийцам, 2 глава и 3 стих. Следовательно, отступничество церкви приготовит путь для создания образа зверя. Библия говорит, что перед пришествием Христа будут иметь место духовный упадок, подобно тому, как это было в первые столетия. В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стихи. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Первое послание Тимофея, 4 глава, 1 стих. Сатана будет действовать со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением – и все, не принявшие любви истины для своего спасения, будут представлены самим себе. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Второе послание фессалоникийцам, вторая глава с 9 по 11 стихи. Когда воцарится подобное нечестие, результаты будут те же, что и в первые столетия – Многие считают, что широкое разнообразие доктрин в протестантских церквях является решающим доказательством того, что невозможно насильственным путем добиться единообразия в учении. Но в течение целого ряда лет в протестантских церквях существует сильное и все возрастающее стремление к единству вероучения на основе общих доктринальных положений. Для обеспечения такого единства церквям, придется отказаться от обсуждения тех вопросов, в отношении которых нет единства мнений, какими бы важными они ни были с библейской точки зрения. Чарльз Битчер, выступая в 1846 году с проповедью, сказал, что церковные служители евангельско-протестантских вероисповеданий делают все под невероятным давлением чисто человеческого страха что они живут и двигаются, и дышат в самой развращенной атмосфере и, уступая самым низменным инстинктам своей натуры, замалчивают истину и преклоняются перед отступнической властью. Разве не так дело обстояло с Римом? Не идем ли мы по его следам? И что мы видим впереди? Еще один Вселенский собор, всемирное соглашение, новый мировой порядок – христианский союз и единая всеобщая доктрина, одна мировая религия. Когда это соглашение будет достигнуто, тогда останется лишь один шаг до применения силы, поскольку этого будет требовать сохранение полного единства. Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, которые все они разделяют, Помните журнал Live, в котором говорилось, что Мария может быть единственным фактором, способным объединить Церкви Америки, а ее увенчанный вид поможет осуществить это. Начнут оказывать влияние на государство с целью внедрения своих установлений и поддержки своих организаций. Тогда можно будет сказать, что в протестантской Америке сформировался образ или подобие римской иерархии. Неизбежным следствием чего станет применение гражданских мер наказания в отношении инакомыслящих? Зверь с двумя рогами принуждает, то есть повелевает всех малых и великих, богатых и нищих, свободных и рабов принять начертание зверя на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Книга Откровения, 13 глава, 16 и 17 стихи. Предостережение третьего ангела гласит, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». Зверь, упоминающийся в этой вести и поклонение которому понуждает зверь с двумя рогами – это первый или подобный Барсу зверь. Книга Откровения, 13 глава, то есть папство. Образ зверя символизирует ту разновидность отступнического протестантизма, которая выйдет на историческую арену, когда протестантские церкви обратятся за помощью гражданской власти для принудительного распространения своих доктрин. Остается еще выяснить вопрос относительно начертания зверя после предупреждения не поклоняться зверю и образу его, в пророчестве сказано «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Поскольку соблюдающие заповеди Божьи таким образом противопоставляются тем, кто поклоняется зверю и образу его и принимает его начертания, то из этого следует, что соблюдение закона Божьего – с одной стороны и нарушение его с другой и позволяет отличать тех, кто поклоняется Богу, от тех, кто поклоняется зверю. Главная особенность зверя, а следовательно образа его, заключается в нарушении заповедей Божьих. Даниил так говорит о небольшом роге, то есть папстве, возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Смотрите книгу Даниила, 7 глава, 25 стих. И апостол Павел назвал эту же самую власть человеком греха, который превознесет себя над Богом. Одно пророчество дополняет другое. Только изменив закон Божий, папство могло превознести себя выше Бога. И тот, кто сознательно будет соблюдать этот искаженный закон, воздаст наивысшую почесть власти, которая произвела эти перемены. Человек, подчиняющийся папским законам тем самым признает власть Папы вместо власти Бога. Папство попыталось изменить закон Божий. Вторая заповедь, запрещающая поклонение изображениям, была изъята из закона, а четвертая искажена для того, чтобы узаконить празднование первого дня недели вместо седьмого дня субботы. При этом паписты утверждают, что вторая заповедь содержится в первой, и что они излагают закон именно в том виде, в каком он первоначально был дан Богом. Но не о такой перемене говорит пророк. Речь идет о преднамеренном, умышленном, обдуманном изменении. Он возмечтает отменить праздничные времена и закон. Изменения, которым подверглась четвертая заповедь, являются буквальным исполнением пророчества. Потому что в данном случае римско-католическая церковь превознесла себя выше Бога, претендуя на полномочия, принадлежащие одному Богу. Помните, что сказано ими. Папа может изменять закон, потому что его власть не от человека, а от Бога. Это абсолютное богохульство. Истинных поклонников Бога всегда отличало особое уважение к четвертой заповеди, так как она является знамением его творческой силы и свидетельствуют о его праве на честь и поклонение со стороны людей. Поклоняющиеся зверю будут отличаться стремлением уничтожить памятный день Творца и при этом возвеличивать установление Рима. Свои высокомерные претензии папство впервые выдвинуло, когда речь шла о воскресенье, обратившись в первый раз за помощью государственной власти, чтобы заставить людей почитать этот день как День Господень. Но Библия указывает, что Господень день, седьмой, а не первый. Христос сказал, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. Евангелие Марка, 2 глава, 28 стих. Четвертая заповедь гласит, седьмой день, суббота Господня и через пророка Исаию Господь называет субботу «святый день мой». Пророк Исаия, 58 глава, 13 стих. Частые ссылки на то, что Христос отменил субботу, опровергаются Его же собственными словами. В Нагорной проповеди Он сказал, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Евангелие Матвея, 5 глава, с 17 по 19 стихи. Приверженцы Римско-католической церкви не отрицают, что изменение Господнего дня совершено их церковью, и при этом подчеркивают, что протестанты, соблюдая воскресенье, признают тем самым их власть в католическом христианском катехизисе. На вопрос, какой день мы должны соблюдать, согласно четвертой заповеди, дается следующий ответ. Во времена Ветхого Завета суббота была освященным днем, но церковь Наставленная Иисусом Христом и руководимая Духом Божьим, заменила субботу Воскресным днем. Таким образом, мы теперь соблюдаем первый, а не седьмой день. Воскресный день означает теперь День Господень. Паписты считают символом авторитета католической церкви сам акт изменения субботы на воскресенье, с которым соглашаются протестанты, поскольку, соблюдая воскресенье, они признают право церкви, устанавливать праздники и принуждать к их соблюдению. Это была цитата из католических источников. Чем же в таком случае является изменение субботы, если не знаком авторитета римской церкви, начертанием зверя? Один авторитетный католический историк выразил это следующими словами. Конечно, католическая церковь утверждает, что это изменение было совершено ею. И это действие является знаком ее церковной власти и авторитета в религиозных вопросах. Письмо, написанное 11 ноября 1895 года канцлером и адресованное кардиналу Гиббенсу в ответ на вопрос о том, заявляет ли католическая церковь о том, что она изменила субботу. Римская церковь не отказалась от своих претензий на верховную власть. И когда весь мир и протестантские церкви приняли субботу, учрежденную ею, отвергнув библейскую субботу, то тем самым они фактически признали эти притязания. Происшедшие изменения можно оправдывать авторитетом преданий и отцов церкви, но принимая их, протестанты поступаются главным принципом, разделяющим их с Римом, а именно Библия и только Библия является религией протестантов. Паписты понимают, что протестанты обманывают сами себя, закрывая глаза на очевидные факты. Они радуются, видя, как быстро набирает силу движения за введение празднования воскресного дня. Национальный воскресный закон сначала будет принят в США. Это дает им уверенность в том, что в конце концов весь протестантский мир окажется под знаменем Рима. Паписты заявляют, что, соблюдая воскресенье, протестанты вопреки своему желанию признают власть католической церкви. Соблюдение воскресного дня протестантскими церквями есть не что иное, как поклонение папству, то есть зверю. Те, кто принимает требования четвертой заповеди, и однако вместо истинной субботы соблюдают ложную, тем самым воздают почести той власти, которая ввела это изменение – и заставляя людей исполнять религиозные требования при помощи государственной власти, церкви сами создают образ зверя. Следовательно, принуждение людей соблюдать Воскресный день в США будет означать требование поклоняться зверю и его образу. Но христиане прошлого, соблюдая Воскресенье, твердо верили в то, что они соблюдают библейскую субботу. И сегодня в каждой церкви, не исключая и римско-католическую, есть истинные христиане, которые убеждены, что воскресенье является определенной Богом субботой. И Бог принимает их искреннее служение и честное отношение к этому вопросу. Но когда соблюдение воскресенья будет требоваться законом, а мир будет просвещен об истинной субботе, Тогда всякий нарушающий заповедь Божью ради установления Рима станет чтить папство больше, чем Бога. Он будет воздавать почести Риму и той власти, которая принуждает исполнять его установления. Он станет поклоняться зверю и образу его, отвергая установление Божье, являющееся печатью его власти и почитая установление являющиеся знамением верховной власти Рима, люди тем самым примут знак преданности Риму, начертание зверя. Но только тогда, когда этот вопрос будет полностью разъяснен людям, и они будут поставлены перед необходимостью сделать окончательный выбор между заповедями Божьими и заповедями человеческими, только тогда упорствующие в своем нечестии примут начертание зверя. Третий ангел возвещает людям одно из самых грозных предостережений, обращенных когда-либо к смертным. Речь идет о страшном грехе, который навлечет на голову грешника гнев Божий, не смягченный его милостью. И люди, конечно, не должны быть оставлены в неведении относительно столь важного вопроса. Мир должен быть предупрежден об этом грехе прежде, чем Бог посетит судами нашу землю. Каждый должен знать, что может навлечь на него эти суды, чтобы грядущее наказание никого не застигло врасплох, и все имели возможность спастись. Пророчество говорит, что первый ангел обращается со своей вестью ко всякому племени, колену, языку и народу. Предостережение третьего ангела, которое является частью той же троекратной вести, отличается не меньшим размахом. В пророчестве сказано, что эту весть возвещает громким голосом ангел, летящий посередине неба, и что это привлечет внимание всего мира. В конце борьбы все христиане будут разделены на две части. На тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру в Иисуса, и тех, кто поклоняется зверю и его образу и принимает его начертания. Хотя церковь и государство объединят свои силы, чтобы заставить малых и великих, богатых и нищих, свободных и рабов, смотрите книгу Откровения, 13 глава и 16 стих, принять начертание зверя, все же народ Божий не примет его. Пророк на острове Патмосе уже видел тех, кто победил зверя и образ его, и начертание его, и число имени его». Они стоят на стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея и Агнца. Книга Откровения, 15 глава, 2 и 3 стихи. Это цитата из книги «Великая борьба», страница 439 по 450. Дорогие друзья, отнеситесь с серьезностью к услышанным вами пророчествам, потому что приблизилось время их исполнения. И зверь приводит свой план в действие. 7 июля 1998 года Ватикан издал 104-страничное апостольское письмо Иоанна Павла II, озаглавленное «Диез Домини» о соблюдении Дня Господня. Этим письмом Папа совершает гнусные нападки на четвертую заповедь субботу седьмого дня и на самого Творца пункт 67 этого документа содержит следующее утверждение. Христиане будут естественно бороться за принятие гражданского законодательства, затрагивающего соблюдение воскресного дня. В воскресенье должно быть освящено. В тот же самый день газета «Денвер Пост» процитировала заявление Рима, в котором говорилось «Нарушитель должен быть наказан как еретик». Последние времена неумолимо наступают.